Давненько не было. Я тут давно не ходил. Но вижу около второй школы железнодорожной. Плитка совершенно новая. Тут очень красиво, когда листва опадает. Но это будет чуть-чуть попозже. А детей не слышно в школе. Видать, их сейчас нет. Ну а я иду к себе сейчас на улицу Коммунистическая. Там у нас парк Горького, где будет духовой оркестр через некоторое время. Ровно примерно 2 часа. Все, спасибо.